В эту субботу все студенчество России отметит свой профессиональный праздник. В преддверии этого дня депутат городской думы Дмитрий Гуменюк провел встречу с молодежью. Подробности в нашем сюжете. Лейтмотивом мероприятия стало возрождение молодежной палаты при городской думе. Депутат Дмитрий Гуменюк хотел узнать у ребят, как они смотрят на ее восстановление. Предполагается сделать этот институт более актуальным и эффективным, так что услышать мнение возможных ее представителей очень важно. Напомним, что молодежная палата при гордуме существовала ранее, но в сентябре 2017 года прекратила свою работу в связи с истечением срока полномочий. А на встрече со студенчеством обсуждали, как сделать работу палаты нового созыва более эффективной. Мы обсудим, может быть, некоторые тезисы, которые как бы могут лечь в основу нового старого органа. И я бы очень хотел, чтобы заработал этот социальный лифт, когда молодежь вовлечена в политическую деятельность муниципалитета, и, соответственно, она развивается, как минимум остается на местах, а не едет там в другие города, например. В начале обсуждения молодежь робко задавала свои вопросы и высказывала предложения. Затем, спустя некоторое время, осмелев, молодые люди начали активнее вносить свои предложения. Многие из них касались внесения изменений в положение молодежной палаты. В законодательном собрании, да, мы знаем, что там в рамках положения, значит, у нас туда делегируются с муниципалитетов, в основном, да, из образовательных организаций. Как здесь в рамках положения будет работать? Как отметил Дмитрий Гуменюк, сейчас регламент молодежной палаты находится на стадии разработки. И подчеркнул, что в его видении отбор в молодежную палату должен производиться по критерию активности самых молодых людей и значимости участников в молодежном или студенческом сообществе. Также во время встречи ребята высказали свое мнение о создании рабочей группы при формировании регламента. Общаясь с журналистами, депутат высказал свое мнение, как он видит молодежную палату нового созыва. Я бы хотел, чтобы этот орган был таким неким помощником в деятельности, в частности, Думы. Да, может быть, администрации, то есть это некий такой банк идей, в первую очередь, да, банк предложений, который бы мог бы лечь в основу конкретных решений для депутатов. В целом, молодежная палата – это команда активных, инициативных и целеустремленных юношей и девушек, которые интересуются политикой, общественной жизнью и хотят изменить город в лучшую сторону. Члены палаты должны стать помощниками депутатов по улучшению городской среды.